Мадридский Реал, его игроки в белых футболках, наконец-то возглавил турнирную таблицу испанского чемпионата. Для этого ему пришлось обыграть лидера, сенсацию нынешнего сезона Депортиво из Ла-Коруньи. 103 тысячи мадридцев жаждали победы. И Реал постоянно и разнообразно наступал, но счет открыли гости, чьи контратаки не раз заставляли затихать трибуны Сантьяго Бернабеу. Бразилец Жозе Бебетто, лучший снайпер чемпионата, сделал ювелирную передачу к Клаудио Барагану, и тому оставалось лишь подставить ногу. Прекрасная комбинация. Еще несколько минут спустя Клаудио мог окончательно похоронить Реал, но чуть-чуть ошибся, хотя делал он все просто мастерски. И все же Бараган отличился еще раз, только в другом смысле. На 50-й минуте он получил вторую желтую карточку, после чего, соответственно, последовала и красная. И Депортиво остался в десятером. Реал стал наращивать и без того мощное давление. И в конце концов чилиец Самарана отквитал мяч на 67-й минуте. Тем не менее, как ни странно, гости были ближе к победе, чем футболисты Реала. Хотя, возможно, чаще в последние минуты атаковали футболисты мадридского Реала. Но вот в этой ситуации совершенно справедливо был назначен 11-метровый удар. И защитник Мирослав Джукич подошел к мячу. Бил он точно в угол, но не сильно. И Буи удалось спасти положение. А развязка наступила на 84-й минуте, когда Мигель Гонсалес не без помощи вратаря Депортиво принес победу Реалу